Я в магазине IKEA. Хожу и наслаждаюсь. Комнатное растение. Пашпо. Антуриум. Бромфелия в горшке. Салфетка бумажная. Вот я всегда ими пользуюсь. Они мне так нравятся, эти салфетки. Они плотные. Надо, наверное, взять упаковочку. Еще мне нравятся вот эти вот досочки. Эти досочки. Сколько они стоят? 169 рублей досочка. Вот такая толстенькая. Тяжеленькая. Подумаю, взять, не взять. Нравится. Мой самый любимый отдел с посудой. Сковорода, гриль. Ух, какая мощная сковорода. По акции она сейчас. 1700. О, для большой это сильно классно. Сотейник с крышкой тоже. Тоже хорошо. А, я попала в мир сковородок. А вот этот уже поменьше размером, но потолще нержавейка здесь. Ну, стоимость его 2200, 2300. Какая тяжелая для блинов. Прям аж неподъемная, чугунная, наверное, с ручкой. Нет, нержавеющая сталь. Да, нержавеющая сталь, алюминий, 1200 сковорода. Вот они. Для перца классные такие. Они очень хорошо измельчают перец. Крышки можно подобрать отдельно. Тоже по распродаже сковороды. Хорошая сковородочка. И дно у нее такое хорошее, толстое. 649 рублей. Прямо как она мне нравится.
разделочные досочки 39 рублей. Так, можно взять, обновить досочку. Что-то мелко резать лук. Ножиточка. Консервооткрыватели. Все смотрю на него. Не так часто я и пользуюсь, но у меня есть. Пока не надо. Пока не надо. Для чеснока. Еще более тяжелый. Какие-то маленькие? Один маленький. Даже не выключу. Для выпечки. Не вижу цены. Так, а вот это вот хлебница. Хлебница. Как бы ее открыть? А вот она. Вот она. Вот она, хлебница. И сверху досочка. Можно хлебушек резать сразу. И стоит такая хлебница из бамбукового шпона. Ну, почти 2000. Да, еще и щипчики есть. Доставать так кусочек хлеба. Штопор. У меня штопор старый, обычный. Или взять такой штопор. Редко пользуюсь, но бывает ведь иногда. Наверное, я возьму. Лопаточки, кисточки, это все есть. Такой есть, я здесь его и покупала. Удобная вещь, хорошая, практичная. И недорого, 69 рублей стоит. Все для выпечки. Мерные ложки, силиконовые коврики, емкости для выпечки,
форма есть для духовки с решеткой. 400. Это тоже керамические формы. И хорошие. Вот такие вот пакеты. Очень они удобные. Вот они какие. Сейчас покажу. Вот такие пакетики надо взять для замораживания. Очень они удобные. Контейнер тоже для таких продуктов с крышкой. Удобная вещь. 59 рублей. Контейнера. Это уже большие. Понравились мне эти контейнера. Наверное, парочку возьму. По красному, по объемчику они подойдут. Салатница тяжеленькая. Сервировочная миска. Емкость такая для перемешивания большая. Нержавейки, нержавеющая сталь. Вот тоже мне нравятся вот эти вот салатники, тоже по акции, смотрится так хорошо. Вот эти вот тарелочки, они мне очень нравятся, они очень легко моются, аккуратненькие такие и надежные. Ни одной еще у меня не разбилось, давно уже ими пользуюсь. И стоимость 59 рублей этих тарелок. В диаметре они 19 сантиметров. Очень люблю я их. И вот такие вот тоже люблю. Очень они удобные. Они тоже так же по 59 рублей. Это уже прозрачное стекло тарелочка. Термос для еды. Литровый термос. Тоже из нержавейки. Банки с крышками. Это маленькие банки, больше банки. Подносик. Какой он легкий. 849 рублей. Приятно так его в руках держать. Сколько оно, интересно, по объему эта кружечка. Объем непонятен, ну, наверное, грамм 300, может 350. В принципе, нормально. Полную, если налить, то нормально. Что ж это такое? Это салфетница в форме сердца. Металлическая, она такая прочная. 129 рублей. Беленькая посуда как-то наряднее, мне кажется.
набор из трех бутылок с пробкой. Есть 49 рублей. Так, и такие же литровые бутылочки. Так, а литровая стоит 199. Поднос из бамбука. И снова эти коврики. Так они мне прям понравились. Мяконьки такие приятные. Тоже приятные коврики. Беленькие. Преддверный коврик 45 рублей. По акции. Наверное, по акции, раз желтый ценник. Ну, что такой хороший коврик? Может взять мне такой? Фонарь. Они есть черные, вот такие розовые. А, вот еще и белые есть. Мне даже белые это больше нравится. Так, беленький. Вот он беленький. Он немножко другой. Так. Интересный. Сейчас поищу, где они есть. И аромасвечи. Их здесь так много, здесь так приятно. Здесь такой аромат от этих аромасвечей. Множество разных аромасвечей. У меня уже есть дома аромасвеч, поэтому я брать сейчас не буду. Здесь еще зеркальный зал. По-моему, он недавно добавился, я его не видела.